Всем привет! Давно мы с вами ничего не собирали. Вот наш УАЗик. Закончилась сборка на 17 номере. Много пришло еще номеров. Так что пора приняться за работу. Продолжаем сборочку, и на очереди у нас номер 18. Так как давно не снимал, будут и, грубо говоря, плюсы. Будем снимать побыстрее. В этом номере у нас мост. В этом номере у нас передний мост. И давайте его потихонечку собирать. Мост металлический, только вот эта, наверное, часть кардана пластиковая. Так, собираем кожух полуоси и винтиками ИМ скручиваем. Так, и дополнительно еще болтиком GM. Так, далее надо продеть кольцо и потом одеть обойму. Так, смотрим и не путаем. Вот так это будет выглядеть. Болтик ММ. Длинный болтик. Болтик идет у нас сверху вниз, через весь кулак. Вот так. И потом болтиками CM прикручиваем эту внутреннюю часть. Так, единственное, что не путайте, как одеть вот эту обойму, называется обойма сальника. Надо пупырышками вовнутрь. Зазоры хорошие, в принципе, можно подтягивать нормально. Не бояться. Проверяем отверстие и прикручиваем болтиками CM. Хочется немножко изменить формат съемки, поэтому предлагайте, как бы вы хотели, чтобы я это преподнес. И вообще, стоит ли что-то менять. Как говорил в последней серии, будем сейчас выбирать ракурс, откуда лучше видно. Может быть, даже попробуем вид от первого лица. Так, деталька одна собрана. Берем вот такую маленькую детальку и закрываем наше отверстие. Так, и болтиком CM прикручиваем. Так, закрыли крышечку. Далее берем крышку или кожух дифференциала, получается, заглушку картера главной пары. Ну, вот. И вставляем вот сюда заглушечку. Просто защелкивается. Далее ее берем и вот сюда вставляем. Так, уже получается более-менее симпатичный мост. Так, и прикручиваем болтиком ИМ. Далее берем крестовинку и собираем кардан. Болтики ЕП. Он просто вставляется вот сюда. Далее берем детальку из предыдущего номера. Будем собирать барабан. Берем наш тормозной цилиндр. И теперь, значит, соединяем с этой деталькой
и прикручиваем с внутренней стороны болтиками АП. Так, собрали. И теперь одеваем вот сюда. Там есть специальный выступ. Полностью вот оно оделось. И следом получается, можно будет прикинуть, скорее всего будет колесо. Ну да, все верно. Вот так. Можно скинуть колпачок, что не так-то просто. И накинуть колесо. На этом номер 18 мы с вами собрали. Следующий номер у нас 19. В этом номере у нас получается ответная часть моста. Так что распаковываем и собираем. Так, берем. Аналогично. Собираем все. IM. Маленький. GM. Кольцо. Не забываем пупырышками вовнутрь. Рулевая у нас. Стабилизатор, наверное. Так, вставляем. Тот кулак помягче крутится. Этот пожестче. Собираем. У кого не будет журналов, штырьком кверху, болт сверху. И опять же прикручиваем с внутренней стороны маленькими болтиками CM наше уплотнительное кольцо, там для сальника называется. Далее прикручиваем типа рулевое что-то. Сквозь накладку идет болтик CM. Он получается поменьше размерчиком. А второй должен быть побольше. Да, второй КМ, подлиннее. Там заглушечка. Получается у нас пластиковая была. А здесь уже металлическая. Так, с обратной стороны ставим заглушку. И болтиками СМ. Я, кстати, не прикрутил заглушку с той стороны. Сейчас мы это исправим. Я подумал, что это запасная. Исправили. Собираем дальше. Берем ответную часть. Прикручиваем. Вот ставим. И прикручиваем болтиком ИМ. Так, собрали. Проверяем. Что куда у нас смотрит. Прикрутили. Так, десятый. Десятый шаг. Собираем. Так, собрали. И теперь дальше смотрим. Берем. Рулевой наконечник одеваем сверху и болтик со шляпкой NM. Так, рулевая. Далее берем и втыкаем рулевую вот сюда вверх. Почти все детали металлические, и это очень-очень приятно. Так, берем рулевую тягу и вставляем в оба наконечника. Вот сейчас собираю и думаю, что нам пригодится, чтобы потом сделать его на радиоуправлении и более-менее копийным. Ну и
завершающее действие в номере 19 это наконечник с другой стороны. И вот он, мост готов. Очень даже симпатичный мост получился. Мне прям нравится. Так, в 20 номере у нас рессора. Вот эти два элемента. И прикручиваем вот сюда. Детальки маленькие. Думаю, будет видно. Так, болтики GM. Вот такая деталька получается. Далее берем кронштейн и опора. Так. И получается, вставляем ее вот сюда. Вот такая вот деталюшка. Далее берем вторую серьгу. И вот сюда, значит, в металл мы вкручиваем болтиком ИП, вот, простите, ГМ, а в пластик ИП, кронштейн, и получается вот эта серьга. Соответственно, я так понимаю, что и не надо было сильно затягивать, чтобы подвеска работала. Вот так. Следующий элемент. Берем вот такую вот опору, берем рессору и втыкаем сверху. Так, воткнули. И с обратной стороны болтиками GP прикручиваем. Так, а вот здесь я немножечко лоханулся. Прежде чем закрутить вторую, надо было одеть рессорину. Так, следующий момент. Берем амортизатор, болтик HM, и с внутренней стороны его прикручиваем. Берем рессору и вот сюда вставляем. А, ну все правильно. Мы сначала прикручиваем болтиком OM рессору. Потому что стремянки мягкие. И внизу на мосту имитация гаек. Типа они закручены. А в итоге они будут просто воткнуты туда. Сейчас пожестче мы их воткнем. Так, они с небольшим наклоном. Так что не путаем. Чтобы все было у нас по стилю. Так, все собрали, воткнули. Стремянки на месте. Далее берем шланг длиной 30 миллиметров. Для этого у нас есть подарок, на который прикладываем и выбираем. Следом мы его втыкаем. Знаете, в куда мы втыкаем? Если он вот так, то, смотрите, в левый. Втыкаем 30 сантиметров. Далее. Воткнули. Загибаем его. И втыкаем в тройничок. Так, вот так. Вот, следом соединяем 35-миллиметровым. Сейчас получится у нас с вами тормозная система. Ну, что-то он прям очень сильно топорщится. Наверное, его надо будет подрезать, что ли. Мне что-то не нравится. Потому что большой, длинный, он втыкается по центру. Так, теперь мы берем наш мост. Значит, берем мост, рессору. И она, получается, у нас крепится вот здесь сверху. А шланг не должен никуда деваться.
Так. И прикручиваем мы сверху болтиком ЕП. Так, болтиком ЕП. И следом мы собираем амортизатор. Чтобы его собрать, надо одеть пружинку. Далее надо одеть верхний колпачок и накинуть на стойку амортизатора и болтиком ПМ прикрутить его. Амортизаторы, конечно, так себе. Так, амортизатор прикрутили. Так, надо будет искать, что сюда такого интересного, чтобы пружина была внутри. Далее одеваем рессору. Не знаю, как у вас, а у меня половина деталей, пока я собираю, отваливается. У меня отвалился совсем еще в предыдущий раз вакуумник или, не знаю, топливный фильтр. Далее, пока я вот сейчас собираю, у меня 100 раз уже отвалилось для колеса. Так, рулевая. Так, что у нас дальше? Так, а теперь мы соединяем, значит, тормозной шланг уже с тройничком на раме. Так, соединили. Выскочил сам тройник у нас на барабане. Ладно. Так, аккуратненько. И берем мы, значит, с вами колесо. Прикручиваем через проставочку оставшуюся. Прикручиваем на место. Так, аккуратненько проверяем еще раз. Так, тормозной сидит. Прикручиваем колесо. Так, колесо крутится. Проверяем еще на всякий случай подтянуть. Все. Так. Вот так вот это получается. Подвеска никудышная совсем. Вообще. Вроде все притянуто, но все болтается. Так, ну и финиш. Я так понимаю, да, 20 номера. Это колпачок. Итого мы получаем с вами передний мост с рулевой, с одной рессориной и с одним колесом. Посылочка собрана. Вот что мы имеем после 20 номеров. Ну все, спасибо за просмотр. Ждем новых посылочек. Всем пока!